Всем добренького утра. Я ни свет ни заря с первыми петухами соскочил и везу запчасти в сервис, чтобы как можно быстрее начали собирать коробку. Сейчас отвезу и домой за работу, работушку трудиться. Так, ну я уже дома, здесь все подготовил. Начинаю шить гипсокартон. Здесь, конечно, не гвоздей столько, блин. У меня была мысль сначала этим пенным утеплителем все вот так сделать. А потом думаю, какой смысл в этом пенном утеплителе будет. А потом я не знаю, как он будет вообще. Он себя представляет. Начну сначала с каркаса. Сделаю каркас, а потом все остальное. Хотя, блин, что я сейчас говорю, блин, сделаю сначала каркас. Все делают сначала каркас, а потом уже гипсокартон. Так, теперь сразу отрезать надо лишнее. Так, я приносил ножницы? Да, я их не уносил. Больше обрезать. Начну я именно вот с этого угла, потому что мне этот угол нужно выставить в 90 градусов, потому что там будет ванна стоять, а там угол 90. А если я 90 сразу не выставлю, то потом, ну, грубо говоря, там где-то выставлю, да? Получится так, что у меня будет это. Здесь не получится 90 угол Так, сейчас человек должен приехать к 3 часам, который будет делать, заказывать окно, замеры делать. В этот раз будем заказывать у другого человека, потому что туда, куда, где до этого заказывали, я звоню, можно сказать, сколько дней, да, и приеду, и в итоге не приезжает. Ну, значит, так надо. У меня руки не доходят до кирпичей, потому что и то надо. Но я думаю, дойдут. Оно, в принципе, пока окно будет 2 недели примерно делаться, будет, может, раньше. Вот, успею ее дозаложить. Все, на главном уголке вставил, опоры есть, как бы, и все. Сейчас дождусь, он уже с минуты на минуту подъедет и продолжу ванной заниматься.
Сейчас начал делать ванну, потом решил, что нужно пойти смонтировать видео, смонтировал видео. Вот, и сейчас продолжу опять работать. Так, ну, приехали. Посмотрел окна, озвучил цену. На мой взгляд, показалось, что что-то дороговато. Возможно, и недороговато. Но суть в том, что, короче, решили, что завтра приедет. Я позвонил еще раз тому человеку, у кого всегда мы заказываем. Вот, он еще посчитает. Скажет, что да как. И там уже будем плясать. Так, вот так, наверное, и... Так, если я так пущу, конечно, было бы здорово. Но есть одно но. Мне потом... То одно будет мешать, то другое. Хотя, в принципе, если без нижнего профиля, то нормально. Так. И все-таки, наверное, чуть-чуть выдвину сюда. Буквально. Вот так. Так, я думаю, нормально будет, да, здесь что? Почти, да? Так, отлично. Красота. Мне главное сделать вот этот угол еще раз 90, а все остальное там уже подгонится. Так. Закроется. Теперь сейчас я попробую профиль и буду его сюда вставлять и смотреть, как он закрывает, не закрывает. Понадобится рулетка. Это у меня своя технология, да, установки. Сейчас люди посмотрят, скажут, ты чё, так не делается. Так, 2,57. Так, пошел за профилем.
Так, вот и я опять на рабочем месте. Немножко погуляли с малышами, сходили в вазон. Как говорится, безопасность превыше всего. Вот они, мои старые кеды, кроссовки, которые пришли в негодность. Я себе очень не упал, блин. На Озоне заказал новые кроссовки. И не просто кроссовки, а вот они вот здесь с такой специальной металлической вставкой. И на них можно это, даже на гвозди наступать. Короче, такие, а-ля спецобувь, короче. 2500, что ли, стоит. Вот. Вроде и кроссовки, но в тот же момент это безопасный носок. Ну, там, если что, упадет на пальцы, да? Вот. Ну и плюс на гвозди. Не пробьешь. Хотя я не знаю, что там. Может, металлическая пластинка внутри стоит. Какой-то ступинатор, может быть. Так что эти все на помойку. А мы эти будем работать. Вот здесь. Видите, носки. Что такое, короче, внутри есть еще? Какой-то материал. Ну, посмотрим, сколько отходит. Так, не скажу, что очень удобно. Но здесь, конечно, непривычно давит на носок. Ну, как, они-то как раз, но скованный носок. Ну, я думаю, можно и потерпеть в плане того, что по ноге ничего не заедет. А так, нормально. Ладно, пойду я сейчас всех покормлю и буду дальше зашивать. Что надо таких перемычек наделать. Я думал, шумно это будет, а тут, оказывается, не особо шумно. В дерево вкручиваешься, низ я не делаю. Вот, ну, вот местами, где получается у меня вот так прихватиться, я прикручиваюсь. Вот здесь у меня не получится, потому что слишком получается в край. Если сюда выносить, расстояние пустое, много остается. Сейчас вот эту стенку дойду до конца. Здесь дойду. Вот. В принципе, зашью. Здесь я вот не знаю, как поступить. Здесь, в принципе, эту стенку можно просто протянуть. Она как бы плоскость-то ровная, как бы, ну, так, где-то неровно, да, потому что разные куски были, где-то старый использовался. Вот. Можно будет протянуть, плитка, в принципе, выровняется, да. Вот. Можно просто тупо гипсокартон, лист приложить и прикрутить его. Плоскость будет как бы ровная. Я думаю, да, если брать штукатурку, вот эту мелкую, да, под маяк выводить, ну, сколько мешков? Мешка 4-5. Самому намешивать мешок цемента 600 рублей. Сюда, блин, два листа. Ну, посмотрим, короче. Дойдем до этого тоже. Вот. Ну и здесь. А что, получается, три стены, что ли, только и все? Я, походу, сегодня закрою, наверное, дай бог. Еще вот такие штуки купил. Это вот удлинитель. Поскольку вот здесь получается у меня же в глубине посажена вот эта часть. Вот только удлинитель вкручивается сюда, сюда. И сажается гипсокартоновый лист. Вот. И потом сюда уже накручивается эксцентрик. Хотел покороче, но не знал, блин, какой размер будет. Такие взял. Если что. Ну, в принципе, эксцентрик сядет. Там чашечка закроется, нормально будет. Ладно, пойду я сейчас всех покормлю. Малыши спят. Вот. Ну, как всех. Живность такая. Броллер у нас ночью кушает, да собаки. Вот. Писали за собак, гуляем мы с ними или нет. Ну, как вам сказать? Когда машина была на ходу, я мог посадить собак в багажник, вывести за пределы станицы, вот, и мы там они могли побегать. Вот сейчас такой возможности нету. Вот. Если, допустим, когда мы на Курчанах жили, да, у нас была возможность, мы днем выезжали, я их мог закинуть в прицеп, мы днем выезжали. Сейчас у меня такой возможности нету днем выехать, вывести их, покататься. А ночью, когда мы выезжаем, ну, что я ночью вам покажу? То вот, привет, мы гуляем с собаками, посмотрите. За пределами станицы света нету. Вот, поэтому как-то так. Сейчас не спорю, сейчас мы с ними никуда не выходим, потому что
Ну куда я с ней выйду? На чем? Здесь на улице выпустить? Я не знаю, как бы, как они поведут себя, потому что я их не с детства воспитывал, этих собак. Кинутся они, не кинутся, еще что-нибудь сделают. Я не хочу так рисковать. Поэтому пока вот так. Ладно, пойду всех покормлю, потом увидимся уже здесь. Так, ну что? Или как правильно? Ну что? Продолжаем трудиться во благо нашего дома. Так. Угу. Так, болгарку убираем. Она мне не понадобится. Если честно, в этих кроссовках не очень удобно ходить. Нос непривычный. Чего бы так начать, чтобы по-быстрому закончить? Здесь было 2.57. Если я не ошибаюсь. Семь. Не знаю, как у меня получится это резать ножницами. Но вроде бы обычно их так и режут ножницами. Так. Это мы сейчас и проверим. Хотел сегодня маркер купить, блин. Поехал в магазин. Купил все. И не маркер. Блин, режется. Конечно, не так быстро, как болгарка. Но ничего.
Так, ну я, в принципе, на сегодня уже все. Слишком шумно получается. Металл режешь. С этим, как его, шуруповертом закручиваешь, когда шумит все. Ну, я, в принципе, почти все выставил. Мне осталось только перемычки сделать. Вот над дверью перемычки, потом вот эти ряды перемычки сделать. Но уже шуметь не буду. На сегодня я закончу. В принципе, вот здесь сейчас покажу, как край сделал. Получается, здесь идет широкий профиль. И сюда я пустил уже вот такой, да. Сейчас перемычка сюда зацепится. Сюда зайдет, здесь прикрутится. И так, тоже здесь, здесь, здесь. Там перемычку сделаю. Вот. Здесь, конечно, у меня дилемма. Как ее пустить? Либо просто лист. Ну, в принципе, можно лист на пеноклей посадить. Потому что стена, в принципе, она же у меня это, где уровень, вот он. Если вот так поставить, ну, в принципе, ну, чуть-чуть где-то пляшет, может быть, а так, в принципе, уровень. Можно, конечно, сделать вот так. Берем вот такой профиль. Здесь-то я могу и вниз, и вверх закрутить. Вот, можно его закрутить вот так. Так, сейчас. Сюда вот так подставил. Вот, в этот профиль вкрутился. Сюда прям втыкаешь, и получается минимальное расстояние. Вот. Можно так сделать. Я, короче, завтра подумаю, как сделать. Либо просто я не буду трогать уже плитки потом. В идеале выровню, потому что, ну, здесь если даже где-то что-то пляшет, это пол сантиметра, в принципе, большой роли не сыграет. Плиткой можно будет выровнять. Вот так вот. Ну, посмотрим завтра, как я здесь сделаю. А пока все, в принципе. Можно уже и гипс лепить. Я еще хочу по низу вот так пройтись, также местами, где мне не позволяет это. Вот здесь, допустим, да, также стартовый подсунуть, засверлиться позволяет. Здесь я могу на низ вот так перемычку, вот эту часть, грубо говоря, сделать, да, вот так раз, сюда прикрутил ее, и также этим стене ее прихватил вот таким подвесом, и будет нормально. Ну, короче, как-то так. Ладно, что, завтра продолжим, давайте. До завтра.